Премьера новой 33-й серии турецкого сериала «Зимородок» состоится 19 мая на турецком телевидении. Ранее мы увидели, как Ферит не думал, что вдобавок ко всем неприятностям он столкнется с ситуацией, когда опасность нависнет над его ближайшим человеком. В последнее время ему пришлось пережить немало всего, что было связано с Сейран и интригами, которые устраивал отец его бывшей супруги. Ферит не согласился с тем, что у него буквально отобрали любимую женщину, но вернуть Сейран обратно не представляется возможным. Он же все равно продолжил искать встречи с Сейран. Один из них оборачивается скандалом. Ферит впадает в панику, когда Сейран теряет сознание. Он хватает ее на руки и просит окружающих о помощи. Члены семьи Сейран недовольны тем, что Ферит пытается приблизиться к девушке. Халис Ага также не оправдывает поведение внука. Он уверен, что тот своими действиями порочит имя семьи. Раздосадованный Халис Ага отдает распоряжение членам семьи, чтобы те обеспечили контроль над Феритом. Халис не желает больше допускать оплошности, которые могут иметь серьезные последствия. Сейран признается сестре в том, что продолжает любить Ферита, и чувства в нее к нему довольно сильны. Она не может выбросить из головы любимого мужчину и не представляет, что делать, чтобы быть с ним. Сейран продолжает печалиться, и кажется, что ее участь так и будет такой, какую она сама себе бы не пожелала. Сейран пытается передать Фариту записку, в которой просит у него прощения за то, что не смогла защитить их любовь. Фарит приходит в дом Сейран с просьбой увидеть ее, но отец Сейран остается непреклонным. Но сама Сейран решила выйти к нему